Меня зовут Павел Костицын. Мы знакомы с вами не один десяток лет. Я родился и вырос в Крыму. 7,5 лет прожил с родителями за полярным кругом в России. Там по-прежнему живут и работают мои родные и близкие. Я свободно говорю на русском языке. Спелкуюсь украинскую. I'm also speak English. И вообще, я считаю, чем больше языков знают люди, тем им легче понять друг друга, услышать, договориться между собой. А сейчас это главная наша проблема. Ведь когда в Киеве горел Майдан, крымчане думали, что это где-то на другой планете, далеко-далеко. А когда беда постучалась в дверь моих земляков, в Киеве решили, что это тоже где-то далеко, там, на Марсе. Так вот, принцип «моя хата с краю» сейчас уже не сработает. Нам важно объединиться, понять, услышать друг друга, забыть все старые обиды, ведь только так мы сможем воспользоваться шансом начать писать историю нашей единой, неделимой Украины с чистого листа. Всем вместе!